Еще недавно проводились предварительные соревнования на спортивных площадках, расположенных на придворовых территориях города и района. А сегодня команды, которые вышли в финал, собрались на стадионе поселка Виноградный. Здесь и прошло закрытие второго этапа всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора. Активно провели время, показали свое умение играть в футбол, потому что футбол – это самый массовый вид спорта. И играя в него, вы отлично проводите время, оздоравливаетесь. 8 команд соревновались за звание лучших футболистов города. На поле было жарко. В прямом и переносном смысле. Под палящим июльским солнцем кипели нешуточные страсти. Первое место заняли спортсмены из поселка Витязева, второе – Гастагаевская команда, третье место – у поселка Виноградный. По словам спортсменов, кубки, грамоты и призы – это лишь малая часть их общей радости. Главное, конечно же, опыт, который получили мальчишки, играя с другими командами.